Настоящие вампиры, подумать только! Под ноги подойди! Сохранять спокойствие! Безобразий не учинять!
была не смертельная, а истек кровью. Еще один, зараза. Они не удержали строя. Come on.
Ты убил его? В одиночку? Этот ублюдок перебил половину моего отряда. Вижу, он и до тебя едва не добрался. Вам надо отступать. Быстро! У меня долг перед этим городом. Ты не поможешь ему, если поведешь солдат на убой. Дамьен, помнишь наш разговор во дворце? Повторяю, у вас нет никаких шансов. Отряд. Раненых перевязать. Готовиться к выступлению. Очень хорошо. Мудрое решение. И вот еще что. Против вампиров используйте исключительно серебро. Прикажи алхимикам приготовить как можно больше масла от вампиров. Наносите его на мечи. Особенно осторожно с альпами и бруксами. Это те, что в облике женщин. Они умеют исчезать. Против них помогают бомбы с серебряными опилками. Спасибо, ведьмак. Надеюсь, ты стоишь тех денег, которые тебе обещала княгиня. И принесешь башку в сволочи, которая все это устроила. Другой план. Это какой же? Пока скажу только, что мне нужна Сиана. Ты знаешь вердикт княгини. Сиана ожидает суда. В заточении. Вердикт я знаю. Но я с ним не согласен. Я не могу себе позволить такую роскошь. Я присягал княгине на верность. Люди гибнут из-за одного человека. Если княгиня узнает, что я тебе помог, я пойду на гильотину. А я следом за тобой. И все-таки я хочу рискнуть. Вижу, я зря теряю время. Подожди. Когда я в последний раз видел Сианну, ее милость сопровождала ее в детскую комнату во дворце. Да что ты? В детскую комнату? Ты уверен? Я служу при дворе много лет. Знаю там каждый угол. Конечно, холера, я уверен. Так что, княгиня заточила ее в кукольном домике? Честно? Понятия не имею. Я говорю только то, что видел. А дальше это уже не мое дело.
Понимаю. Я все проверю. А ты возвращайся в гарнизон. Лучше по моим следам, там пока спокойно. Знать Редису, чтобы он ко мне присоединился. Куда ты спешишь? И даже очень. Будь любезен, уйди с дороги. Ты, может быть, не знаешь, что творится в городе? Разумеется, знаю. Это возмутительно. На улицах резня, и для тебя это возмутительно? Я бы выбрал слово посильнее. Знаешь, мне много лет. И чтобы произвести на меня впечатление, нужно что-то действительно серьезное. Ну да, конечно. Вампиров удивить непросто. Я знала, что ты догадаешься. Это было нетрудно. Ты не особенно скрывала. А должна была? Ну, я же ведьмак. А, то есть враг? Это зависит только от тебя. Я должен увидеть вашего скрытого. Убедить его, чтобы он остановил Детлофа. Ты вроде можешь в этом помочь. Ай-яй-яй. Кажется, я должна поговорить с Регисом. Он стал слишком неосмотрительным. А ты... Если хочешь совершить самоубийство, выбери способ попроще.
прыгни с моста, например. Я просто хочу поговорить. Поговорить? Ничего себе. Скрытый разорвет тебя, прежде чем ты откроешь рот. Это уже моя забота. Ты мне поможешь или нет? Мне тоже не нравится ситуация в городе. Но выдавать такую тайну ведьмаку... Знаешь что? Поехали со мной. Закончу свои дела, тогда и поговорим. Если бы я говорил с человеком, то сказал бы, что каждая минута промедления — еще одна смерть. Но на тебя это впечатление не произведет. Ни малейшего, откровенно говоря. Так куда мы едем? Недалеко. Видишь ли, я держу под Баклером такое заведение. Приют, проще говоря. Птицы шепчут, что там случилось что-то недоброе. Сам понимаешь, учитывая обстоятельства, к этому надо отнестись серьезно. Да, даже очень. Поехали. Такой приют обходится тебе в целое состояние. Видишь ли, я питаю слабость к детям. В смысле? В таком, что... Погоди, чувствуешь? Кровь. Арно! 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 Что тут случилось? Где Арно? Говори! Прошу! Спокойно, малыш. Теперь все хорошо. Боялся.
Чего? Расскажи нам по порядку. Нас разбудили. Колокола. Потом крики. Я спрятался под одеяло, чтобы не слышать. Но было очень громко. И что-то стало стучать в крышу. Бум, бум, сильнее и сильнее. Тогда дядя Арно пришел и сказал: «Сидите тихо, тихонечко, и ничего не будет». Он их бросил, сукин сын. Бросил и сбежал. Кто такой этот Арно? Опекун. Он занимался приютом вместе с женой. За щедрую плату. Я их здесь не вижу. Не чую. Они уехали, а детей бросили, как приманку. Дядя Арно говорил, сидите тихо, как мышки, и чудовище не придет. Оно пришло. Что было дальше? Бартыш, Ниф, Мавра и другие убежали. Моя сестра Аня и я спрятались здесь, в комнате. Но Аня начала плакать. Я зажал ей рот и шептал. Ш-ш-ш-ш. Долго, пока она не затихла. Хочешь сказать, ты ее... Не спрашивай. Я знаю уже достаточно. Да, я тоже. Что-то перебило моих детей. Я займусь малышом, его нельзя оставлять одного. А ты выследи эту скотину и принеси мне его голову. Тогда я помогу тебе найти скрытого. Этот мальчик ранен, его надо перевязать. Ни о чем не волнуйся, я им займусь. Ты уверена? У меня есть опыт в этих делах, хватит 5 минут, чтобы его... Иди. Хорошо, я найду его. Отлично. За дело. Иди сюда, малыш. Я тебе спою. В поле спят мотыльки. Уж свернулся у реки. Только котик не спит и в окно все глядит. Кто же от гули его защитит?
на голове, на плечах, на шее. Чудовище атаковало сверху. Должно быть, прыгнуло с крыши. Тварь убила Людмила. Чудовище двуногое ходит, не пронесшись. Спугнуло или отвлекло? Не кровь. Надо глянуть. Аорта рассечена, рядом следы укусов, но старые, заросшие. Подозреваемых сужается. Ядовитые железы, длинные когти, пьет кровь. Должно быть, это Гаркаин, вожак стаи. Гаркаины убивают из удовольствия. Детей ему было мало, наверняка он отправился за пить. Следы Гаркаина и повозки сливаются. Интересно, догнал ли он их. Латва! Съехали с дороги. Должно быть, кони понесли. Настиг, и след обрывается. Надо осмотреться. Раны паскудные. Ну, хоть недолго мучилась.
Я повешу твою башку у седла, тварь. Лотва, не так быстро. Ариана, оставь его, тварь. Я думал, это займет больше времени. Так и есть. Я еще не закончил. Мне еще надо заняться тобой. Приют был для тебя чем-то вроде винного погреба, да? Кладовкой? Заметь, я никогда не говорила, что помогаю этим детям по доброте душевной. Выйди отсюда, малыш, и закрой за собой дверь. Нет! Оставь ее! Госпожа Ариана о нас заботилась. Она забрала нас с улиц, покупала нам сладости, пела нам. Не трожь ее! Видишь, ведьмак, мир не бывает черно-белым. Я пила кровь этих детей, да, это правда. Но никогда не забирала столько, чтобы убить. И многое даю им взамен.
Так что мне тебе еще и спасибо сказать, а? За такую заботу. Забавно, что тебя так взволновала их судьба. У ведьмаков детям лучше? Сколько мальчиков переживают испытания? Я не буду с тобой это обсуждать. Тогда вернемся к делу. Я сделал, что ты просила. Этих детей убил Гаркаин. Из тех, кого призвал Детлов. Он должен был напасть на город, но запах детей, видимо, привлек его сюда. Да, он разносится далеко. Он сладок, он дразнит чувства. Говори, где искать скрытого? У него логово к западу от города на той стороне озера. Найди пещеру возле берега, а этот камень откроет потайную дверь. Ты меня не проводишь? Я навещаю скрытого только в крайнем случае. Сам увидишь, почему. Ты же понимаешь, что однажды я к тебе вернусь. В таком случае буду ждать. Пора позвать Региса. Он просил, чтобы я шепнул слово птичке. Передайте Редису, что я буду ждать его на пристани у дворца. Пожалуйста.
как прошла встреча с Арианной? Плохо. О, она все-таки не сказала, где искать скрытого. Сказала. А еще продемонстрировала любовь к детской крови. Признаюсь, до меня доходили сплетни, но я не принимал их на веру. Не хочу об этом говорить. Пещера к западу от города на другой стороне озера. Нам туда. Понимаю. Я совершенно готов, но... Да, знаю. Ты бы предпочел освободить Сиану ради Детлофа. Ради вас обоих. Хватит, Редис. В том, что произошло в приюте, виноват Детлоф. По городу текут реки крови, и это тоже его работа. И ты боишься, что кто-то оскорбит его чувства? Я не шутил, когда говорил, что встреча со скрытым может быть смертельно опасной. Ты мой друг, мой близкий друг. Вполне естественно, что я бы не хотел, чтобы ты напрасно рисковал жизнью. Ведь у нас есть и другой выбор, куда более разумный. Лишь проешь. Ладно, будь по-твоему. Пойдем в эту детскую комнату. Великолепное решение. Живем, увидим. Пришли. Детская комната. Он охранял детскую комнату по личному приказу Анны Гидре. Редис, мне бы не хотелось возиться с дверьми. Ты не будешь так любезен, Риэты? Спасибо. К вашим услугам. Тишина. Никого тут нет. В таком случае хотя бы оглядимся. Может,
что-то есть внутри? Нет. Пусто. Лошадка-качалка. Похоже, с ней часто играли. Оловянный солдатик. Ключик спрятан за рамой. Кто-то ей оторвал крылья. Красивая мелодия. И правда. Жалко, механизм поврежден. Игрушечная посуда, плюшевые игрушки. Мило. Под ковром ничего. А что там должно быть, кроме пыли, которую туда замела ленивая горничная?